итоге сегодня мы будем тестировать программу Dodge версии 1.9.2. И, в общем, сегодня буду рассказывать именно об этой программе. Также мы будем троллить школьников, типа я раздаю читы. Вот эта программа. Вот. В общем, что это за программа? Эта программа отправляет SMS, фейковый SMS с читом, но получаете монеты вы. Или, ну, в общем, это сложно объяснить. В общем, программа создана для троллинга людей, и сегодня мы это все проверим. Давайте заранее уже все поставим. Давайте, от кого SMS? Dodge версии 1.9.2, 199 рублей. Покупать я его не буду. Есть ВК бесплатный, тут, извиняюсь, не написано. ВК, ok.ru есть. Одноклассники, это я купил, Инстаграм купил, Твиттер купил. Осталось только это, я это покупать не хочу. Включаем ВК.ком, так как он бесплатный, смс-ка. Номер телефона мы пока что не будем вводить. В общем, я вам сейчас расскажу, в чем вообще прикол. Человек пишет сюда номер своего телефона, точнее, по игре, типа получает чит. Нажимаем эту кнопочку, ему приходит код активации. Код активации он говорит нам. Мы пишем этот код активации, нажимаем накрутить. Извиняюсь, здесь, ну, не по-русски написано, ладно. Я скрыл свой логин и пароль, так как я авторизован за, ну, короче, за этого, за крутого чела. Ладно, здесь я скрыл, чтобы вы не видели полный логин, точнее, как я авторизовался. Итак, давайте начнем уже. Нажимаем играть. Обычная игра. Так, значит, заходим на сервер, заходим мы нормально, то есть, как всегда говорим, там, например, кому дать чит на монеты и кристаллы. Вот. Меня 100% сейчас забанят, потому что людей здесь дофигища, и они все ненормальные, потому что они не копатели, и они не поведутся. У тебя нету. Ну, конечно. Нет. Сейчас напишу ему. Есть. Есть. Получить. Как? Пока что я буду думать, как он скажет. Он вещь опять даст. Да дофига вещей сейчас скажет. Я не знаю. Я могу тебе дать чит, но ты должен сделать кое-что. Дай за кристалл самое дорогое что-нибудь. Чтобы дать, мне нужно будет перезайти. Так, мы уже начали их троллить. Так, самое дорогое что-нибудь. Что сделать? Подпишись на меня на Ютубе. Подпишись на меня на Ютубе и получишь чит бесплатно. Это не развод. Так. А теперь найти не могу. Так, они пока что что-то ищут. Так, он пытается что-то писать, наверное. И после этого не заходил. Ну ладно, у меня что-то здесь звука сегодня нету в копателе. Потому что видно то, что звука нету. Почему-то. Я не знаю, почему. Так, я тол от этого тебе. Алекс, буду с читами барыжить. Забаню. Атол от этого. Прикол в том, то, что вы подписываетесь на мой канал на Ютубе и получаете чит через Skype. Чит рабочий. Накручивает за накручивает
Окей. Окей. Так, у меня почему-то не было звука. Это как-то странно. Надо посмотреть. Может, у меня звуков нет. Нет, звуки есть. Это как-то странно тогда. Пробуем дальше. Так. Как вы знаете, копатель обновлялся вчера, 15.19, а именно сегодня 9.07, а именно 9 июля 2017 год. Так. Значит, что здесь? Так. Кому дать чит на монеты и кристаллы? Блин. И кристаллы. Так. Окей, да. Подпишись на меня на YouTube и получишь чит. Окей, так, строить я не могу, звуков тоже нету, надо обновить потом игру. Так, опять упал. Соси было. Так, если я здесь выпал, значит получается полет врубай или бань. Кто? Так. Так, ладно. То есть звук вроде есть, а его вроде и нету. Попробуем дальше. Давай, я буду накрывать. Слушай, Мишка, школьники, настоящие. Неужели? Это прям такой... Золото, блин, я нашел. Сокровище. О, Мишка! Нет, он Чика. Так, ждем. Давайте еще раз покажу программу. Он там бегает. Так, готовы мы уже. Он идет! Можно стереть пока что. Так. То есть я уже готов. Мишка, так. Так. Ты что, аниматроник? Так. Не... Ой! О. Что ты монстроти? Я нет. Это прикол. Я... Почему ты воду строишь? Хм. Аниматроник, уходи. О, ты вау. Что, сама? Я не знал, что ты мне сейчас только что дал строй. Все, я уже... Так. Ладно. Я же не знал, что... Это хрень сервер. Так, ищем дальше. Так. Окей. Так. Наверное, последние два сервера будут. Так, значит, что? Так. Так. Мне... Ладно. Что он там говорит-то? Чего такое, блин? Что ты хотел сказать? Давай, говори. Тут еще? Да, чего? Да? Права. Ждем. Так. Пока что он нам ничего не написал. Интересно, он вообще нам что напишет? Проверяем мы за видео именно 5 карт. Это уже, ну, у нас почти 5-е. Ну что-то они, ну, ничего не пишут. Ну и пошли они нафиг. Идем на 5-ю карту, самую последнюю, которую мы сегодня проверим. Получится ли у нас использовать все это такое, я не знаю. Давайте проверим сейчас. Проверим. Так, значит. Так. Ладно, кому дать чит на монеты и кристаллы? Вопрос. О, конечно, да ладно. Так, ну что ж, ребята, у нас ничего не получилось пока что, но надеюсь, в следующем видеоролике все получится. Ну, мы хотя бы попытались их найти.
Еще не всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи.